Да. Сейчас я вам попробую показать, как готовить ганского лобстера. Сэр, он ли ван? Вай. Он ли ван лобстер? Вай. Ten. Ten pieces. Now four pieces. Four? Три штуки. Ну, я же тебя спрашиваю, только один, ты мне говоришь, больше есть. Покажи мне, мне один нужен на самом деле. Show me, please. Only one. Only one need. How much? 2200 от вас. 2200, посмотрите на это лицо. Ну, 2200 дорого. 2200 реально дорого. Кило 300 от вас. Кило 300, 2200. Это почем за килограмм? 1600 рублей. 1600 рублей, кило 300. Там 2200. 2200. Тут положены весы, я что-то не верю, что у него 2 килограмма есть. Кило 300. Ну, кило 300. Кило 300 по косарь 600. Это сколько будет? 1,6 плюс треть от 1,6. Треть от 1,6 это будет 300 и 200. 500. 1,6 и 500 это 2,100. 2,100. You say? 200. Ну. А ты говоришь сколько? How much? А ты говоришь за сколько? 200. 25. Ну, 200. Привет. Пожалуйста. Small, what is? Small, bigger. Bigger one. Ну, какие же это блюда? Ну, вот это тоже. То ли больше вот это. Да что-то он лобстер один всего лежит. Зато он свежак. Мы были позавчера, этого его не было. Я бы заметил. Лежало три других. Они теперь во льду, наверное. Ну что, почем отдашь? 200. 200 дорого. 2000. Нормальный прайс 200. Вот тут. Good price. Not small. Положи на весы. Пойдем посмотрим. How long? Evening? Какого числа? О, что там? Что за дела? Не, не хватает. Нету здесь кило 300. Кило 150, наверное, есть. Плоская рыбка очень вкусненькая, кстати. Забыл, как называется. Креветка. Ну, что, к чему придем с тобой? Ась. Mm-hmm. Что? Да какой 200, там нету кило 300. Там, смотри, там 1 килограмм, 250 грамм в нем. Да. Умножаем на тобой названную какую цену? Ты же 1600 говорил, уже 1650. 1700? А, да, 1650. Давай, короче, за 2 рубля его отдай, да и все. Only 2000, good price. Давай. Ты за полтинник не спишь. Слушай, ты за полтинник, ты хватит. This is my working. My friend, 2000 for my friend from Russia. And I take your problems. Your friend, but good price. 2000 good price, and I take your problems. Yes? Ну, он у тебя креветок возьмет. Я у тебя лобстера возьму. Не жадничай. 50 not big price. 50 рублей. Что же ты такого-то? На креветке скидос ты хоть сделаешь? А? Ну, почем он сейчас отдает-то? Сейчас посмотрим. Ну, а называй сколько? Ну, мелкие по 380. Ну, давай, лобстер и креветосы. Мало, здесь бига, но мало. У них закрытие сезона, это надо драть две цены. Да нет. Неправильно какая-то у них математика. На самом деле нет. Так, ладно, лобстера возьмем, пойдем посмотрим, что с ним сделать. Короче, не надо сгаляться. Ехать домой, даже если у вас есть кухня, вы все равно не сможете сделать его так хорошо. Мы приходим в заведение, кладем его вот так вот на стол,
Sir, I have lobster. You cooking? One kilo. Он, по-моему, впервые видит лобстера. На самом деле это не так. Он их, наверное, навидался на своем веку. Осторожней. Осторожней. Вот. Так. Хорошо, лобстер вынут. Он по цвету твоего пола. Ну. How much? 400. 400, окей. Понял? Вот, батагали. Вон батагали. Тандури мне дарят. Тандури мне дарят. Бон аппетит. Батагали гиван. You want sweet, spicy? You want sweet, spicy? Да, medium spicy. Батагали. Little spicy. Батагали, nice. You want батагали? Слушай, it's my first lobster. I don't know. Что такое? Все, живой? Живой, не живой? Большой, Вовка, конечно, большой. Володь. Давай. Знаешь? Бадр карлик, говорит, короче, с маслом и говорит. Володь. Тебе на кухню не надо. Иди садись с мамулькой. Что-нибудь другое закажи. Или хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть? Давай посмотрим, что они с ним будут делать. Вот эти вот повара. Женщин-поваров у них, по-моему, что-то я не встречал. Я тоже его хочу сфотографировать. Сама. Да, Володь. Огромный, я бы сказал. Да. 300 кило, да? Потому что, по-моему, все-таки он его в первый раз в жизни видит, этого краба. Смотри, как он его фотографирует. Дай-ка мы его тоже так вот щелкнем. Вот так. Опаньки, посмотрим, что он с ним сделает. Осторожно, говорит. Готовить, видимо, не скоро начнем. Нет, сейчас все нащелкаются, да, Вов. Сейчас все нащелкаются. Вот так вот. Фотосессия у них такая. This one is pregnant. Ну их что? Pregnant. Ну, убирай. Соль, тебе не жарко? Нет. Может, к мамульке пойдешь? Нет. А мамулька покушать сейчас что-нибудь закажет. Правда, тут, наверное, все здесь. Что ты хочешь? Супчик хочешь? Да. А? Так, ну мы их пока оставим, наверное, пускай фотографируются. А я пойду спрошу, что мамулька хочет у нас. Да, говорит, кушать мы его будем. अरे बहुत बड़ी बात है जल्दी बनाएगा हम लोग खिलाएगा तेरे को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कुछ कुछ बार так сынок давай пойдем к мамульке и сейчас они нащелкаются вернусь до сниму так я смотрю они фото наделали и сейчас я смогу вам
показать процесс приготовления крабаса. Ну-ка, отходи. Ты немножко мешаешь всем на кухне, я, наверное, тоже. Ну да ладно. Нам ничего не говорят. Я кот! Что там такое? Кот! Тише, тише, тише. Скажет, я сам поймал. Мера лола бусри ге эсе эсе сиди лекатай, бад мен тер болтай, господи. Исе ока? Аре бала бала ок. Аре бала бала най мила исле еле амаре. Бат ко самжо амаре. Бат ко самжо. Мера лола самжо. Может, маме пойдешь? Судя по всему, надо верхнюю часть полностью вычистить. Но здесь лобстеры отличаются, у них клешней нету. Вот эти боковые какие-то есть, вот, а других нету. Верхнюю часть очень нужно вычистить, а нижнюю часть как-то вот так вот. Шмашкура, шмагага, короче, надо сделать. И, ребят, не ходите на кухню в Индии, короче, вот не заходите туда. Ой, Вовк, что ты там чешешься? Чего? Комарики покусали? Не надо вам видеть, что здесь происходит. Здесь происходит ужас, короче. Да. Да. Ходишь по мойке? А? Нет? А подними, пожалуйста, ее. Подними ее. О, Раштаж! Иска эси гуайл каро, а? Посаживайся. Иска сэдга никалта, гуайл каро эси. Опер ка кавар мазу тар, а? Чира мал ка хали. Иско? Иско. Аре, я тупай шо гуайл каро, усу пугар барай на барай гали. Кол хали ля, пугар. Матлаб ки иско мас-мас никална, кавар Так, судя по всему, что-то брызгается. Надо еще вот это все дело хорошо промыть. Потом там промыванием занимается. Заодно руки, наверное, помоет. Хэндвош, да? Как говорится, мойте руки перед и зад. Все ноль. Ты краба будешь кушать? Да. Хорошо. Может, тебе рано такое смотреть? Давай. Сейчас приготовят. Рано, да? Пойдешь к маме тогда? Нет. О, я так, вот этот ящичек тоже возьму, так вот под попку. Оп! Сижу с тобой рядышком. Вор. Ну, чё? Мара лавра, вор. Ну, чё? Всё. Всё понятно? Володенька. Барда сап карке дотилам.
ये घंटी लग जाए पानी चलो ये जल्दी छेती है ना दाई सिरके उधर आसु शार्ज वीस हाउ किलो नो Здесь, у тебя есть весы? Два папа лага. Какие у них весы? Они все на глаз, наверное, лопатами кладут. Значит, надо промыть, потому что там оттуда осталось. Вот это тоже промыть. Пойдем, пойдем. О, лепешечки делаем, да? Водичкой смазали, оп, и прилепили. Оп, и прилепили. Водичка-то чистенькая. Обалдеть, какая у тебя водичка чистенькая. Вовочка, вов, там горячо. Пойдем. Пойдем. Так. Сынулечка, осторожненько проходим. How much it cost in the market? Что? How much it cost? How much? Yeah. 2000. 2000? 2050. 1 кило 300 грамм. Так, вот изнутри надо вынуть вот эту штукенцию. Ага. Так, а что у нас там такое происходит? Он же его уже помыл вроде. Он его, видимо, варить сейчас поставит. Валь. Да, вот прочистить, нужно сверху его открыть и прочистить, да? Да, вот так вот кусочек получится, хрен маленький, за 2 рубля. А у нас тут... Огонек. Да, большой огонь, Володь. Не подходи к нему. Надо промыть теперь. Вот и сэй. Селфи? Со мной? Возьми оркрап. Вот так вот. Вот так вот фотографировать сейчас будут. Я живот втяну, чтобы похудее быть. А, иди. Да? Давай сюда. Нам делают селфи. А мы их снимать будем. Вот так вот, свет, говорит, свет плохой. Бросили готовить. И делают нам селфи. Вуаляшеньки. Скажите, сиськи? Сиськи. Тебе, наверное, рад такое говорить. Это я пошутил неудачно при тебе. Ну, покажи, что получилось-то. Обалдеть. Ужас какой. Какой я страшный. Сынуль, иди к мамульке. Давай, осторожненько проходи к мамульке. Так, боковиночки, он говорит, посрезаю. Не знаю, почему, зачем, чтобы, наверное, вообще ни хрена от него не осталось. Еще раз, ребят, не ходите к ним на кухню. Не смотрите, как это готовится. Может пропасть аппетит. Это, наверное, себе обрезочки отрезает. Сейчас такой я опаньких понатрезаю, себе сварю и сделаю. О, нет. Рашид кромсает. О, слушай, а что вы это самое? Нодл, чикен нодл. Кто вы? Кто будет? Пойду уточню, что с моим заказом, блин. Или он собрался делать? А, you made chicken noodle? Пойду подуточню все-таки, сейчас вернусь. Вот так вот мы, говорит, с огурчиков, говорит, тебе украсим, говорит, все это дело сердечками. Не-не-не, Володь, не трогай. Это... Так, сынуля, а ты руки мыл? А иди руки помой. Я сейчас руки.
Давай. Чипсы где, на? Нудлс, нудлс. Сад на чай было. Ты знаешь, где их мыть? Нудлс где, на? Давай, я здесь тебя жду. Это, наверное, для него что-то с чесноком, судя по всему. Да, вот идет. Привет! Взял он эти маленькие кусочки, короче, сунул сюда в чесночок. Помыл руки? Ага. Я смотрю, тебе уже кто-то хлебушек дал? Ну, кушай, кушай. Мне лобстера больше, да, останется. Бывает, короче. И, значит, он в кипяточек, короче, к верхней штучке все это дело подзакинул вариться. Он уже покраснел. Панцирь пустой. Ребятенка фотографирует. Говорит, давай, говорит, фото. Все, съел хлебушек? Подожди, скоро лобстер будет. Разные спицы какие-то. С ребятенком все селфи делают. Красоту-то какую наводит. Какую красоту наводит. I don't know what you say. Chicken noodle. Chicken noodle, yeah. Ты сказал им? Хорошо. Ты сказал? Сын, иди к мамульке, здесь жарко. Не жарко тебе? Мне жарко, иди к мамульке, там прохладней. А пойдем мультики там включим, а? Пойдем. Да, остался тут так вот маленький-маленький кусочек вареный. Так, что я пропустил? Что-то он там поднадрезал, да, и обратненько туда. Хопаньки, хопаньки. Так, что ты ешь? Что жуешь?
Лобстера? Ням-ням-ням-ням, лобстера, да, жуешь? Так, что, помешивать-то кто будет? Мне с маму придется помешивать. No English. No English? Ну, я тоже no English. Инди? А симбулям-бамбаля, симбулям-бамбаля. Алюм-бамбаля-бамбаля-бамбаля-ва. No, he don't speak English. Only English. Only English? No, no, no. I see Kroma daba. Or in the Baubaya. Так, ты что-то подлил уже, походу, дело. Что там, что там, что там, что там? Макарошки, макарошки делаются, да? Что ты делаешь-то? Что это такое? Ты масло-то вообще менял когда-нибудь? А, а ты по-английски... You speak English? How many time change oil? No time limit. If oil is black, then change. Oil is good, no change. Depend for order. Depend for our order. Короче, раз в сезон. Понятно. Сезон здесь длится. Что-то, короче, с тазиками тут бегают, бегают, бегают. Что-то делают, делают, делают. Здесь что мне наделают? Хоть это вкусно будет, нет? Что это вообще такое? А вот из это? Вот из это? Вот из это? Чикен манчуриан? А, ел я, да, острые были, короче, такие штуки. Спайсы такие, что по-моему срать страшно. Так, что мы тут? Ой, твою ж ты за ногу, какая у тебя там чистая тряпочка-то наверняка. Покажи-ка мне тряпочку, давай тряпочку посмотрим. Давай посмотрим, какая тряпочка. Тряпочка, огонь, огонь, короче, тряпочка. Не ходите, дети, на кухню смотреть, как тут готовят. Не надо вам это видеть. Вот честно, не надо вам это видеть. Да, мне тоже не надо было видеть. Главное, чтобы жена это не увидела. А то есть перестанет. Будут только дома питаться. Будут приезжать в Индию, питаться только дома. Так, куда там яичко собрался выбивать? Ко мне, не ко мне. Блин, ребятки, аккумулятор садится у фотоаппарата. Сейчас надо будет, наверное, его подзаряжать. Или хотя, что вам здесь показываю? Жарюсь на этой кухне, да, короче? Хотя интересно. Ты не обожгешься? Вынул из кипятка, разрезал на две части, даже не обжегся. Ребята какие-то прям. Горячего не боятся. Нормально, да,
क्या रे हो तो कितना ही पका हो रहा बर्तन लग रहा А что, картошечку, потато? No. Only lobster. Что-то, короче, слабоватенько они что-то туда добавляют к нему, судя по всему. Не совсем это, наверное, то, что я хотел. Ну, зато с уланом будет это легко достаточно делить. Вот. Данный вариант называется баттер карлик. Видите, они сейчас дружно все будут это дело фотографировать. Пойду руки помой, буду ждать в зале. Вот они, короче. Ну чего там, Сима, они нащелкали что ли? Еще селфи хочешь сделать? Да что же такое? Давай. А, картошечку все-таки к нему будет. Ну, блин. How much Budweiser large? 120. 150? 20. 20? Так, картошечку давай к нему, картошечку. Картошечку. На газеточку, на чистенькую газеточку картошечку выложили. Масло с таким макаром с нее стряхнули. Заодно поговорили. О чем-то. Руки мыл? А? А, Budweiser large. Окей, давай. Я тебе даже дверь открою. Та-дон, та-да-да-да-да-дон. Сынулька? Сынуль? Что нам принесли? Ну, так-то это лобстер. Подожди, говорит, что, сынуль? Ну, в общем, попозже расскажу, как оно на вкус.